Добрый день, дорогие друзья, добрый день, наши подписчики, привет всем, кто нас смотрит. С вами компания Арбат Хомс и Солнечная Алания, я ведущая нашего YouTube-канала Татьяна Пикер. Сегодня на повестке дня район Авсалар. Покажем, расскажем и сделаем обзор для вас квартиры 2+1 с отдельной кухней за 70 тысяч евро. Как договаривались, так и проговариваем ценник сразу после приветствия. Когда говорят Авсалар, сразу приходит на ум пляж Индикум, такой же известный, как пляж Клеопатра, и хорошего качества пятизвездочные отели, которые расположены на первой линии здесь. Кроме этих красот, есть еще и вот такие вот хвойные красоты, такие вот красивые пикниковые зоны, в одной из которых нахожусь сейчас я. Итак, дорогие мои, Авсалар район находится в 25 километрах от центра Алании. Раньше это был самый любимый район европейцев, ввиду, опять же, тех же факторов. Это отличный пляж с хорошим входом в море и пятизвездочные отели. Уже позже, особенно в последние годы, стал Авсалар очень популярным среди русскоговорящих. Вы знаете, что Алания – это очень плотная постройка, это почти отсутствие свободных участков земли, а также очень мало нового жилья. И ввиду этого все районы Алании стали развиваться очень активно в последнее время. Авсалар – это просторы, это отсутствие близко стоящих домов, отсутствие плотной застройки. Это красоты, это хвойные леса, это много зелени. Дорогие мои, если мы сравним городскую инфраструктуру, ее масштабы самой Алании, центра и Авсалар, Авсалар, конечно же, проигрывает. Но здесь есть все, просто не в таком количестве, как в Алании. Например, сетевые маркеты, которые есть в Алании. Есть рынок посредов на самой центральной улице. Так что все-все-все, что нужно вам для постоянной комфортной жизни. Или если вы приезжаете сюда на лето на аренду, например. Если вы сторонник яркой, активной, бурлящей жизни 24/7/24. Если вы любите кино, театры, какие-то мероприятия, которые проводятся на центральной площади в Алании, конечно же, Авсалар не ваш район абсолютно, вам будет скучно. Потому что, во-первых, здесь множество отелей, отели работают только на летний период, только несколько из них открыты и зимой. И люди, которые проживают в Авсаларе, я говорю про местное население, это люди, которые работают в сфере туризма. Поэтому зимой Авсалар пустеет. Но если вы сторонник спокойной жизни, если вы устали от суеты, если вы устали от трафика, если вы устали от шума, от пыли, вот здесь, я вам скажу, вы по адресу. Что касается жилья. Как я уже сказала, на первой линии у нас пятизвездочные и четырехзвездочные отели в районе Авсалар, за исключением нескольких стареньких-стареньких коттеджных комплексов. И жилые комплексы у нас находятся на расстоянии от 600 метров и дальше. Квартиру, которую мы будем с вами сегодня смотреть, находится в километре от моря. Поехали в квартиру, пока покажу вам эту квартиру. Мне очень понравилось, потому что там отдельная кухня и хорошие виды с балкона. Сегодняшний обзор для тех, кто любит Авсалар. Квартира наша 2+1, 105 квадратных метров с отдельной кухней. Здесь вся мебель, вся техника новая, но в квартире жили 10 месяцев. Хозяева спрашивают обычно, почему продают? Потому что они напротив построили себе новый дом побольше, поэтому эту квартиру продают. Всю мебель делали на заказ, даже можно увидеть по этому шкафу. Мы находимся сейчас в коридоре, очень понравился вот этот вот шкаф, очень красивый и с подсветкой. Очень много шкафов как для обуви, так и для верхней одежды, крючочки, много личных вещей, ничего открывать не буду. Сразу с левой стороны от меня ванная комната, это общий санузел, просторный санузел, заходить не буду, сами смотрите. И здесь есть еще одна вот такая вот зона прихожей, скажем так, и видно уже, куда идут какие комнаты. Родительская спальня, это детская спальня, по-моему, здесь компьютерщики жили, да, можно сказать, рабочий кабинет. Тут у нас гостиная и самая любимая комната женщин – это отдельная кухня. Отдельная кухня не просто маленькая, узенькая, посмотрите, насколько она широкая.
места много между рабочей панелью и вот этой обеденной зоны. Дорогие мои, все, что мы видим в ролике, мебель, техника включена. Новая Beko холодильник у нас, стиральная машина, также фирмы Beko, все правильно. И посудомоечная машина, газовая плита, где у нас газовый баллон. Тут у нас газовый баллон. Если хотите, можете поменять на электрическую плиту. И духовочка, и вытяжка, все есть. Хозяева также сделали небольшой ремонт под себя. Что они сделали? Они покрасили стены в другой цвет. У нас очень интересный из камня дизайн в зале, покажу вам чуть попозже. Имеется выход на балкон. В квартире два балкона, один технический, а этот большой для отдыха. Окна выходят на юг и на восток. Квартира солнечная, с большой площадью 105 квадратных метров. Что понравилось мне на этом балконе, то, что, во-первых, у вас рядом нет домов, нет плотной застройки, есть новые комплексы, которые строятся, но далеко, 100-150 метров отсюда. Все дома, стоящие в округе, имеют очень красивый новый дизайн, ярко и красиво. И чуть правее виден у нас кусочек моря, а за мной горы. Дорогие мои, пойдемте дальше смотреть зал. Это у нас гостиная. Гостиная мне очень понравилась своей цветовой гаммой. Очень много здесь аксессуаров. Это все оставляют хозяева. Я не люблю аксессуары, но здесь такие аксессуары, которые вписываются очень хорошо в эту квартиру, в дизайн и не режут мне глаза. Большой телевизор новый, тоже такой вот тумба под телевизорная. Отличное кресло у нас есть. Второе кресло и два дивана имеется. Темно-красный, бордовый и серый. Диваны открываются, имею в виду раскладываются. Получается у вас две односпальные кровати сантиметров на 30. Диваны наши раскладываются. Я вам говорила вот про этот вот дизайн. Очень красиво, приятно, с двух сторон симметрично. Также имеется выход на балкон, но хозяева закрыли это диваном, вы можете сделать перестановку. Тоже очень симпатичный у нас чайный столик. Плитка на полу, не мрамор, не гранит, плитка темно-серая. Тоже очень хорошо все это сочетается с цветом стен, мебели и всего, что есть в этой комнате. Следующую комнату пойдемте мы с вами смотреть. Следующая комната — это детская или рабочий кабинет. Уже, как вы видите, стол у нас присутствует, стол и диван, который раскладывается, ничего лишнего. Площадь, сколько у нас получается, 3 на 3, наверное, эта комната. Стены также перекрасили, хозяева не установили кондиционер в этой комнате, видимо, не так много проводили здесь время. Единственный расход, который вам предстоит, если вы переедете в эту квартиру, это покупка кондиционера. Пойдемте дальше в родительскую спальню. Итак, последняя комната родительской спальни. Напоминаю, мы сегодня смотрим с вами 2+1 с отдельной кухней. Трехкомнатная квартира с отдельной кухней. Это родительская спальня. Все, что видим, в стоимость входит такое красивое очень трюмо. Шкафчик много. Опс, личные вещи хозяев. Зеркало тоже очень красивое. Кровать двуспальная, две прикроватные тумбочки и большой шкаф, весь зеркальный. Дорогие мои, я обратила внимание в этой квартире на качество мебели. Последние квартиры, которые мы с вами смотрели, которые я снимала, там мебель среднего класса, это выше среднего. Посмотрите, оцените это качество, очень понравилось. За мной находится также санузел родительский. Санузел поменьше, чем общий, но все присутствует, и душевая кабина также. Все, что мы здесь видим, остается. Кондиционер имеется, и имеется также выход на балкон. Балкон небольшой. Я называю такие балконы техническими. Сушилку поставить, и в принципе достаточно. Отсюда открывается вид на кусочек моря. Зелено около комплекса, плотной постройки нет. Комфортно, прекрасно. Москитные сетки имеются. Стоимость квартиры 70 тысяч евро. Для Авсалара это недорого. Нахожусь я сейчас на территории комплекса. Мы видим, что у нас имеется открытый бассейн с детской секцией. Здесь имеется открытая парковка, отдельное место на минус первом этаже, даже на входном этаже дома для того, чтобы припарковать ваши велосипеды, мотоциклы. Очень большим плюсом является то, что на первом этаже нашего дома имеется большой супермаркет. Не нужно идти куда-то в соседний район для приобретения
чего-то вкусненького или для дома, можно просто спуститься и приобрести все, что вы хотите. Дом был построен в 2019 году, квартира находится на третьем этаже, но это фактически пятый этаж, потому что два первых этажа у нас идет коммерческая недвижимость, инфраструктура, скажем так. Расстояние до моря 1 километр, это район Афсалар, где также имеется вся городская инфраструктура. Конечно же, не такая богатая, как в Алании, но все же. Квартиру мы смотрели с вами сегодня. Трехкомнатную с отдельной кухней, 2 ванные комнаты, 2 балкона. Окна выходят на восток и на юг. Стоимость квартиры 70 тысяч евро. Цена адекватная, цена приемлемая, дорогие мои. И прежде чем попрощаться с вами, хотелось бы поднять тему ваших комментариев. Особенно последние 5-6 роликов читаю ваши комментарии и очень злюсь. Это и нецензурные, и какая-то перебранка между подписчиками, и какие-то неадекватные, некорректные высказывания. Знаете, вот читаю это и думаю, надо же, у людей есть столько времени, чтобы все вот это писать, извините за выражение, вот такие вот портянки. Если у вас много свободного времени, сделайте что-то полезное. Сходите кошек бездомных покормите, ребенку книжку почитайте, кино посмотрите. Сделайте то, что доставляет вам удовольствие. Вы ведь не делаете, вы не ходите в ресторан и не кушаете то, что вам не нравится. Ну не смотрите наш канал, отпишитесь. Зачем тратить время, сидеть и вот это писать? Иногда, честное слово, хочется ответить вот языком тех, кто пишет. Ну, свое время жалко, понимаете? Я слишком люблю жизнь и слишком ценю каждую свою минуту. Дорогие мои, с вами сегодня была компания Арбат Хомс из района Афсалар. Пока-пока!